шарка сложит о героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны телек. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Земский путь наверх сложен, лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо. Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут молодцы черти. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Барель, привет. Привет, Барель. Пришла и только что отвела Катю на танцы. Захожу. А здесь папа раскраски раскрашивает. Да, похоже на бутончик-то. Вообще, ты еще тот бутончик. Видишь, разными цветами разукрашиваю. Вообще, он припас все цветные карандаши. Вот. Беру так вот, вот надо, Катя, берешь то, что уже здесь полосы есть. Вот так вот их посильнее надавливаешь и просто так вот раз. Прямо вот так, как получится. А вот я, когда готовлю детей в школе, сразу замечаю, что у папы гипертонус в этом месте. Я все время так, это у меня с детства, я все время так держал. Ничего не поделаешь, да, виноват. Вот. Ну, может, вот здесь вот тоже. В общем, смотрите, какое у нас красивое будет. А теперь, и потом вот так вот. Вот, а вот здесь вот, то есть надо сначала вот, беру здесь вот с краешку, простым карандашком так, чик-чик-чик-чик-чик, вот именно вот, ближе к центру. Так, раз. Масит вас по изготовлению в лем. Раз, а потом так вот. О, какой секрет. И получается, как будто бы он как бы туда вот загибается. Вот, 3D вот, получается, вот, да? Вот здесь вот, вот он здесь вот, видишь, что везде по кругу сделан так темненько. Фантастика. Куда ты собрался с такой эмблемой? Я, а? Если выздоровлю. Папа, я, спортивная семья. Я по разукрашкам спорт, да? И пап. А у тебя по разукрашкам спорт, пап? Я, да, по разукрашкам. Папа собрался быстро выздороветь, чтобы выиграть. Мама, папа и я, дружная семья, спортивная семья. В прошлый год мы тоже хотели участвовать, но заболела я прям накануне. В этот год заболел. В этот год заболел папа. Пораньше, надеемся, что он выздоровеет. Папулька, выздоравливай. Катя последний год может участвовать в садовом конкурсе. Папа, я, мама, я, спортивная семья. Надо ребенку. Потом как дала. Ты будешь чем-то разукрашивать-то? Ну, ты так и оставишь, может быть, я не знаю. Если ты не оставишь, так, наверное, не будет. Как же темный? Там, наоборот, должен быть светлый. Да. Почему темный? Когда он, желтый, когда бутон не распустившийся, он темный. Да? Он как бы еще зеленый, конечно. Он же не распустившийся. Я тебя называла. И здесь тоже, видишь, он не распустится. Когда он распустится, у него внизу-то зеленое остается. Внизу там такая листики, они. Да, но это же серединка. И когда распускается, и из центра листики белые уже выходят. Да, но у тебя же центр там же должен быть белый. Это же центр. Там внутри еще зеленое. Ну ладно. Папа сказал, папа всегда прав. Правило один в нашей семье. Папа всегда прав. Иди, ладно, правило два. Смотри, правило один. Катя, ты нас будешь что-нибудь разукрашивать? Я последний бутончик. А, ну ладно. Хорошо. Вошел во вкус. Последний бутончик.
Все. Вот здесь вот этот цвет посветлее. Все. В инженере погиб художник. А ты посмотри. Не поверят, что это нарисовано. Кажется, все на компьютере раскрашено. Могешь? Могу. Я всемогущий. Да, точно, всемогущий. Передай подписчикам привет, я отключаюсь. Привет, подписывайтесь, болейте за нас. Ромашка в букет. Всем, ребята, привет. Мы сегодня воскресенье, мы сегодня в садике. И у нас сегодня конкурс. Папа, мама, я спортивная семья. Так, сейчас мы покажем нашу команду. Вот она, наша команда в полосатых купальниках. О! Вот такими мы с эмблемочками, мама. Тик. Я рисовала, а которая на папе, это Даша. Я себе, честно, взял самую красивую. А вы все готовы к борьбе? Вот, а это все участники. Это все участники. Вот они, вот они, вот они. Вот они. Вот так вот. Ватрушка. Конечно, я, конечно, я, конечно, я. В общем, всем хорошего дня. Катя была у нас очень прошлый год. Игры, мама, папа, я спортивная семья. Ура! Ура! Итак, первое у нас с вами идет для открытия, звучит гимн Российской Федерации. Ура! Ромашковый букет. Девиз. Мы семейка, хоть куда. Белые ромашки. В поле мы растем всегда. В компании с букашками. Мы красивы, мы нежны. Мы гадать умеем. И веночки по весне. Делать мы сумеем. Вместе мы большой букет. Дружная семейка. Друг за друга постоим. Вместе всех мы победим! Сопротивляйся, души! Ребята, я выдохся. Все-таки я старый. Конкурс закончился, судьи подводят итоги. А дети пока танцуют, пляшут. Да? Да. Настолько вы были сильны к победе, так бы хорошо все, но плюс-минус получилось вот так. Жалко, что конкурса шахматов не было. А то бы мы всех бы победили. Турнир по шахматам в апреле. Ой, зачем я это сказал, а? А летние Олимпийские игры в июне. Готовьтесь. Да, решили, что будем в июне летние Олимпийские игры проводить. Но родителям нравится, вот перед вами были, спросили, а летние будут?
будут, по заявкам родителей будут. Итак, при подсчете баллов. Итак, семья Капельсон и семья Смирнова второе место. Убирайте, тихо, тихо, тихо. Все убирайтесь на второе место. Мать, да ты ее сними. Чего, Кать? Ой. Я мы с вами вместе зашли в одни ворота. Видать, удача была. Нам разве меньше заходили? Мы вместе прямо, они заходят в калитку и спрашивают, куда идти. А, да? Тихо, тихо. Мы кубок получим. Тихо, тихо. Олимпийских соревнованиях. Мама, папа, я, спортивная семья. Семья Рыскиных и семья Синявиных. Ура! Иди быстрее на первое место. Папам подарки, детям медали, мамам грамоты. Спасибо. Так, о, папам подарки, спасибо. Маме грамоту, ребенку медаль, папе подарки получили. Так, все члены, участвующие, сначала поделим отдельно наши семейные команды, а потом общую. Я здесь. Капитан, поздравляю. Сейчас так и сделаем, да. К лесу повернусь. Спасибо. Так, ну вот, все. Поучаствовали мама, папа, я, спортивная семья. Катя, иди сюда, показывай свою медаль. Вот, да, медаль, первое место. Ну, прям вообще суперски. Давай. Давай. Так давай сюда поближе. Неси сюда поближе. Вот нам что подарили. Грамота. Ой, семья Синяй, занявшая первое место. Мама, папа, я, спортивная семья. Так. Вот шапочка. Шапочка. Ой, какая шапочка классная. Лыжня России. Вот еще. А, это мама, видимо. Что такое-то? Какие-то резинки, мама, к тебе. Да ты что? Спортивные резинки. Ну, мама, вообще, маме для фитнеса. Давай, Катя, доставай. Что там такое? Все тут в пакете? Да. Ну. Так, что там такое-то? Мам, можешь поможешь ей это развернуть-то? Ну что, она уже справляется. Это что? Это кубок. Да, такой спорт. Круто. А у Саши был просто кубок, а у нас такой. Вообще. Ну, вообще. Ну-ка, дайте-ка посмотреть-то. Смотри, не урони. Ой, тут разные. А, о, тут смотри, тут это, ну, как бы это, вот Раменское. Это же Раменское вроде, нет? Ну, короче, тут всякие, он это, ну, Кать, подожди, комитет написано. Комитет по спорту, Кать, подожди. Комитет по спорту и молодежной политики администрации Раменского городского округа. То есть это Рамен, ё-моё, Катя, суперская, прям вообще суперская, супер. Надо куда-то. Телефон, Катя. Уже по фотке шлют. Да? Да. А видосы? И видосик один уже прислали. Вон Катя какая на первом месте. Вон. Оп. Ну, вообще супер. В общем, мы молодцы. Подписывайтесь на наш канал. Да. Ставьте лайкусечки. И... колокольчики жмите. Да. Чтоб... извините, имя. Медалька. Чтобы не пропускать новые видео.